закончилось фирменное филе, и нам ничего не оставалось делать, как отправиться в окрестности шашлычный Казбек, где этим вечером группа «Мастер» презентовала новые хиты Deep Purple и устраивала дискотеку трупов под боевики из их нового альбома «Песни мертвых». Итак, у нас в гостях группа «Мастер», которая только что отыграла на презентации своего нового альбома в клубе «Shelters». Альбом называется «Песни мертвых». А почему вообще такое невеселое название? Дело в том, что там есть продолжение по песне «Песни мертвых» для живых. Но как бы для живых мы немножечко отставили, и получилась «Песни мертвых». Но я думаю, то, что ребята хотят еще дополнить как-то. Ах ты, ложечка, краснодевица, а мы пойдем с тобой разгуляться.